Поехали. Приветствую, меня зовут Жукевич Алексей. Представляю онлайн-платформу легковых решений Carbyru. Какие проблемы мы решаем? Мы сейчас анализировали российский рынок, мы увидели такую вещь, что есть покупатели, продавцы и инвестора, которые готовы... Поближе микрофон. Которые готовы инвестировать в сферу автолизинга. С чем сталкивается покупатель? Покупатель сталкивается с тем, что он готов покупать машину бэушную, но банк не выдает кредит. То есть продавец готов продать быстро машину, но получается, что он сталкивается с перекупами, долгое ожидание продажи. Вот, и в данном случае мы продавцу абсолютно помогаем. Ребята, звук, видео. Звук на видео дайте. Денег на покупку авто? Плохая кредитная история или нет подтверждения дохода? У нас вы можете приобрести авто с пробегом по договору аренды с правом выкупа. Для оформления нужен только паспорт. Удобный срок выплат – от 2 месяцев до 7 лет. Хочу продать. Вы можете выгодно и быстро продать свое авто. Мы найдем клиента на ваш транспорт. Выкупим ваше авто под нашего покупателя. Дополнительно заработать вы можете, сдав через нас авто в аренду с правом выкупа. Хочу инвестировать. Вы можете выбрать готовую пару в своем регионе, продавец-покупатель, и инвестировать именно в нее. Авто будет оформлено на вас до полного погашения кредита покупателя. Ваш доход составит от 24% годовых. Другой вариант инвестирования. Вы вносите средства, и система сама распределяет их в разные сделки. Инвестируй. Carbyru.ru. Здесь приведена схема работы, то есть этой схеме, если захотите, можно более подробно уделить внимание чуть попозже. Какой объем рынка? По анализу объем рынка составляет 1,4 триллиона рублей. Поэтому если мы анализируем рынок конкретно автолизинга, то по сравнению с 2015 годом сфера автолизинга выросла в 2,5 раза. Вот. С чем сталкиваются покупатели именно в сфере российского рынка? Вот. Банки обеспечивают благодаря вот отсутствию кредитной истории или плохой, то есть менее 4% заявок. Что имеем мы? У нас сейчас одобрено 200 миллионов заявок на выкуп автомобилей. Причем заявок в день приходит от 1 до 3 миллионов рублей, причем это уже готовых платить людей. Средний чек автомобиля 250-300 тысяч рублей. Вот. На чем мы зарабатываем? Мы зарабатываем на лизинге автомобилей для физлиц. То есть покупатель платит от 3,5 до 6,2% ежемесячно, при этом средний чек. Что такое средний чек? Это процент, который мы получаем ежемесячно плюс тело, составляет 17 500 рублей. Прибыль с клиента за средний период сделки 24 месяца составляет 195 400. Прибыль с канала продаж, то есть в данном случае с Авито мы тестируем, прибыль с канала продаж составляет 9 миллионов 770 тысяч рублей. Вот. Кто наши конкуренты? Это практически все кредитные организации, которые есть на российском рынке, в том числе и банки, большие лизинговые компании, вот, в том числе и автосалоны. Наши конкурентные преимущества в том, что каждой категории, то есть покупателю, продавцу, вот, и инвестору, кто такой инвестор? Инвестор – это, по сути, даже физическое лицо, которое готово инвестировать там, от 5-10 тысяч рублей в сделку. То есть мы обеспечиваем что? Первое – это безопасность, вот, легкость, абсолютную легкость вхождения в абсолютно любую сделку. И при этом вот, благодаря системе безопасности, то есть инвестор получает, соответственно, гарантию выплаты своих как бы дивидендов, да, и при этом продавец, который продает автомобиль, получает свои деньги. Вот, а покупатель, соответственно, получает свой автомобиль, вот, и ежемесячно платит деньги. Вот, текущая стадия, то есть мы вложили 15 миллионов своих рублей, да, денег, вложено в разработку 15 миллионов рублей, заявок одобрено сейчас на 200 миллионов рублей, при этом 70 миллионов рублей – это то количество людей, которые стоят в очередь на выкуп. Мы видим взрывной рост этого рынка, вот, мы знаем, просто уверены в том, что, значит, за 3 года мы готовы выйти на обороты 7-10 миллиардов рублей, вот, на это говорят все абсолютно предпосылки рынка, при этом у нас уже есть партнеры, которые хотят
хотят масштабироваться по франчайзингу. Вот, и мы планируем также выход на IPO. Вот, одна из приоритетных целей сейчас – это банковская лицензия. Вот, в нашей команде сейчас более 19 человек, при этом часть людей работает сейчас в пилотном проекте, который работает в Крыму, часть команды работает в Казани. Вот, как мы готовы работать с инвестором? То есть с некоторыми инвесторами, то есть мы готовы работать в форме займа, вот, которая готова обеспечивать автомобилями и недвижимостью, а также готовы как бы пускать инвесторов в долю, вот, 10-30% доли, и при этом как бы порог входа от 100 до 300 миллионов рублей. Вот, по году нам нужно, то есть в пределах 600 миллионов рублей. Вот, при этом, то есть в ближайший вот декабрь-январь месяц нам нужно 30 миллионов рублей. И по году, я уже сказал, там порядка 600 миллионов рублей. Коллег, время. То есть благодаря тому, что мы проект запустили на очень трудном рынке в Крыму, он показал высокую доходность и большое количество спроса. Мы знаем, как масштабироваться по всей России, масштабировать проект реально по всей России, потому что уже есть партнеры, которые готовы с нами работать. Вот, благодарю вас за внимание. Вот, спасибо, Алексей. Спасибо.